История с рухнувшим потолком на Черняховского 10 получила продолжение. Сегодня стало известно, что со своей стороны начали доследственную проверку следственные органы. Напомним, ЧП произошло 11 апреля. В 14-й квартире сон многодетной семьи Катаевых резко прервал жуткий грохот. Как выяснилось, это обрушился потолок в детской. Под завалами оказался один из троих детей. Второй ребенок успел отпрыгнуть. После этого жители квартиры обратились в администрацию. Чиновники уже начали принимать меры со своей стороны. Временно переселили семью в муниципальное жилье. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. По ее результатам будет принято процессуальное решение.